Давайте отправляться дальше, исследовать, что здесь находится. Так, открываем дверку. Зона вакуума. И давай смотреть в зоне вакуума. Но здесь, по идее, не должно быть мутантов, правильно я понимаю? Ага, у нас даже время есть, вон 100 секунд, да, на это, чтобы пройти. Отлично, понял. Тогда нужно куда-то сюда бежать, наверное. Это понятно, а куда мне идти? Ну, явно же не туда, но это выход. Это все ясненько, понятненько. Можно ли мне... А, ага. Вот на нем как раз мы пушку сейчас новую испытаем. Ёб твою. Твою. Ага. Уходи, 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 дверь закрой. Я что-то не так, походу, делаю, да? Ну да, походу, не так что-то делаю. Ладно. Нет, не то. А если эту штуку? Нет, не то. Какую вот эту вот? Тоже не то. Падла, почему? Ля ты крыса. Все, отстань от дяди. Отстань, пожалуйста, от дяди. Я понимаю, что нам где-то нужно по руке и, наверное, попасть. По какой-то из этих рук. Но я не попадаю. Во, наконец-то. О, жесть. Ёб твою. Господи, ну и славная была тварь. Дейна, я выбрался из госпиталя. Хорошо, транспортная станция сразу за жилым комплексом. Подожди, я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл. 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле ДД-7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись. Шевелюсь. Реально, падла. Пулемет, конечно, хороший, но... Наверное, против маленьких, да, монстров, против этих, бессмысленно его использовать. Ну, либо я что-то не понимаю, как это все должно работать. Так, привет, ты кто? Ага, ты по трошке. Мне ж вниз не надо, я думаю. Я думаю, нет. Давай, побежали. Что нужно? На буковку Б. Угу. А что не так? А, понял. Понял, что не так. Нужно открыть просто. Ну да, сейчас пока я привыкну к этому управлению. Немножко мы будем вот такие вот моменты подтупливать. Так, привет. Ты кто? Магазин. Что-то новое появилось. Патрошки. Так. Максимальный размер.
Магазин заклепок. Лазерный пистолет, импульсные заряды, заряд для импульсной винтовки, максимальный размер не знаю, силовой блок. Погоди, дай посмотреть, как эти штуки. Ёб твою! Ты испугал меня. Погоди, это что у нас вообще такое? Как мне понять, где у нас пуська, где у нас не пуська? Хер его знает, ребят, честно, я без понятия, как его тут выбрать по-правильному. Так вот, дротики, не дротики. Батарея. Малая аптечка. Давай купим, хер его знает. Правильно я делаю, неправильно. Лезвие, дротики, снайперские заряды. Ладно, давай выходить, что-то мы закупили. Сейчас проверим. Ага, тут по нулям, да? Так, на четверочку. I don't know. Ладно, допустим. Надеюсь, нам пистолета с вами хватит. Ля ты шустрый какой. Дядю кусь хотел сделать, да? Точкам эвакуации. Ага. Мне что-то показывает, что мне назад надо идти. Показывает, что нам нужно куда-то назад идти. Но почему назад, если вроде бы сюда надо? Силовой замок. Давай заберем. Нажмите тап, чтобы прочитать. Ага, воля, у нас есть. Внимание, говорит директор Дейтман. Рюкзак, выбрать тап. Не туда. Хорошо. Кодексом станции Титан я ввожу военное положение. Всем гражданским немедленно эвакуироваться. За мародерство расстрелы. Жесть. Слышь, а ты не сильно быстрый, скажи мне, пожалуйста. Мне кажется, что вы сильно быстрые у меня, ребят, здесь. Ну все, 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 отдыхай. Просто отдыхай. Так, аккуратненько. Лифт. Надеюсь, мне не нужно будет тыркать кнопки вверх, вниз, справа, влево. Ага, отлично. И что? Залезай! Прикольненько. Ладно. Бегу! Бегу, бегу! Это все лекарство, Айзек. Нас пичкали лекарствами, чтобы мы забыли. Но память вернется. Не понимаю, о чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, Айзек, берегись! Опять ты мне сюда звонишь. Как мне к тебе пройти, скажи, пожалуйста? Ага, вижу. Нет, я не брошу свою маму!
как же ты меня бесишь. Пусть сучая падла. Все, не путайся под ногами, пожалуйста. Побежали. Бонжур. Где он достал библиотеки? Интересно, этот костюм можно будет отмыть или не, или мы так и будем в нем ходить? Ага. Понял, сейчас на нас нападать будут, да? Я уверен. Я уверен, что на нас сейчас нападать будут. Интересно, на пулемет мы добыли себе? Да, добыли. Так, ребят. Сука. Я не хочу, конечно, никого торопить, но... Ага. Ну можно чуточку побыстрее это все сделать. Падла. Бесишь меня. Я тебя руками просто завалю. Нихера не видно, нихера не управляется. Жесть. Где ты? Новый мой друг, ты где находишься? Да, мне все равно, можешь сидеть дальше там. Я же тебе ничего не говорю. Так, ага. Дай угадаю, в лифт, да? Ну да, поехали. Повсюду некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ведь обелиск уничтожен. Дэйна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башни Кассини. Дэйна! Черт! Идем. Идем, идем. Сейчас давайте только... Угу. Давай только сохранимся. И сразу пойдем дальше. Что там происходит? Серьезно? Маленький ребенок там? Что у них здесь происходит? Братиш, как оно? Так, давай вот так вот забирать. Ёб твою. Отлично. Минус. Нам в эту, да, сторону? Не? Ага, вот где. А мы это где? На космическом... На космическом корабле? Ладно, убегаем, да? Ёб твою. Всё. Отстань. А, откройте, пожалуйста, мне дверку. О, а, дверку откройте мне. О, здорово. Угу. Еще один. Ёб твою!
сука, испугала меня. Да хватит. Вовремя. Из-за тебя все аптечки потратил. Убегаем. Нахер, убегаем. Только куда? Угу, понял, в поезд. Жесть. Ага, заходим. А можно, чтобы поезд тронулся, не? Пожалуйста. Давай, взлом, да, сейчас будет у нас опять. Ёб твою. Погоди, почему не так? А, вот, вот такой нужен свет. Есть, отлично. Все, до побачення. Сладкий снов, зайчик. Отлично. Следующая остановка башни Кассини. Пожалуйста, не покидайте своих кресел во время движения поезда. Да попробую не покидать. Поезд їде, воно лізе. Ну, що це таке? Ага, можна. Дальше нужно пройти. Правильно я понимаю? И что ты предлагаешь? Серьезно? Божечки, ты мой... Это походу было... Плохая идея, ребят. Ладно. Реально, походу, это была плохая идея. Хорошо. Е, да? Зажимать или просто держать? Потому что в некоторых играх нужно нажимать, в некоторых просто... Падла. Нужно просто держать. Понял. Погоди. Да, все понятненько. Ты злой и страшный серый волк. Так, ладно. Побежали дальше. Ну, держись. Быстрей. Сзади тебя еще три монстра. Так, куда нужно стрелять? Ёб твою. Ага, то есть мне нужно сейчас сначала с тобой, да, разобраться. Ёб твою.
А у меня не попадало конкретно в те штуки желтые, которые нужно было. Ладно, ладно. Пробуем еще раз. Поняли? И мне надо было в желтые штуки попадать, а я не мог выше поднять никаким образом. Как бы я не хотел бы. Попасть, я не мог. Или мне нужно стрелять? Вот, смотри. А, попал. В одну штуку попал. Уходи, пожалуйста. Бред какой-то. Что произошло? Я уж думала, мы тебя потеряли. Аварийная остановка. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. Не самый приятный маршрут. Зато ты попадешь в жилой сектор башен Кассини. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ладно. Ты им очень нужен, Айзек. Держись. Я скоро свяжусь с тобой. Куда идти? Задание добавлено, хорошо. Так, побежали. Нужно будет сохраниться и купить себе аптечек, наверное. Когда будет такая возможность, потому что... Что-то у нас с аптечками вообще беда-печаль потом будет. Так, бонжур. А куда ты побежал, придурок? Ёб твою. Жесть, как же они пугают иногда. Так, давай выходить из этих узких коридорчиков. Угу, хорошо. Назад даже и бежать не буду. Да что это за хоббиты? Что это было? Это не все еще? А, не, все вроде. Айзек, ты еще жив? Ну да. Не могу долго говорить. Они отслеживают сигнал. Как там твои воспоминания? Мои возвращаются. Хорошие. Прости, что тебя перебил. Чем больше вспоминаю, тем сильнее болит голова. Я все время вижу символы. Ты тоже видишь символы, Айзек? Да, вижу. Его. Все время вижу его лицо. Черт, меня нашли. Что такое стазис? Что мы можем делать с вами? Так, литой инженерский костюм. Может, поменяем костюм какой-то? Если бы еще знал бы, что такое стазис. Ладно. О, сохранится. Кто в курсе, что за стазис? Это типа время, проведенное в космосе или что? Это оно? Правильно я понял, либо нет? Как мне костюм очистить? Бонжур.
Не ожидал, да? Тут один псих все пытается связаться со мной. Я его видел в госпитале. Нолан Стросс. Он был подопытным в эксперименте, как и ты. Да. Как он там оказался? Что ему нужно? Он психопат, Айзек. Держись от него подальше. Он убил собственных жену и ребенка. Ладно, понял. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Погоди, а куда мне идти? Мне и налево показывают, и направо. Вот смотри. За мародерство расстрел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. Ну тут везде все закрыто, да? Нет. Пожди, зеленая. А, зеленая это вернуться назад, да, по-моему? Мы же отсюда пришли. Так что давайте. Давайте уезжать отсюда. Да, по-моему, если не ошибаюсь, мы оттуда пришли. Я думал, ты ведешь меня к жилым кварталам. А это место похоже на центр вербовки юнитологов. Я правильно иду? Да, там должен быть старый инженерный туннель, который выведет тебя через мусоросборник прямо к башням Кассини. Будь начеку. Хорошо, буду. Ага, вы видели? На пробел можно гранатки кидать. Давайте попробуем. Бум. Прикольно. Ёб твою. Так, в рукопашку пошли. Давай, иди сюда. Иди сюда, Бильбо Бэггинс. Так, отлично. Это что такое? Нам точно сюда? По-моему, там еще направо можно было повернуть. Надеюсь, мы сейчас не вернемся назад. Все, фиолетовая. Фиолетовая, вроде правильно идем. Сейчас давайте посмотрим, что здесь. Отлично. Ты кто? Ладно. Если кто-то это найдет, слушайте. Кинезисом можно вытирать лезвие стропов и стрелять ими в них. Смотрите. Вот. Ману. Эта уловка продлила мне жизнь на 3 часа. Видите? Их же оружием. Понял. Увы, я истекаю кровью. Меня тут хорошенько задело. Надеюсь, это вам поможет. Кто да, вы? Спасибо. Сюда? Нет, сюда. Ты кто? Надеюсь, ты мирный. Так, давай, наверное, сохранимся. А потом уже к верстаку подойдем. Я просто не уверен, что после этого на нас тут никто не нападет. Так, что это такое? Импульсная винтовка. Силовой пистолет. X. Здоровье. X. Здоровье. Как нам сделать? Выбрать.
Так, встроить узел в эту цепь. Да. Воздух. Да. Ага. Ну, погоди. Давай посмотрим. Импульсная винтовка. Это шано, да? Объем. Да, хорошо. Объем. Перезарядка. Урон, да? Неподходящего узла. Хорошо, давай, наверное, все-таки стазис модуль. Да. И вот сюда. Все, отлично. Блин, надо будет в магазине покупать себе вот таких вот штук. И этих, как его... Ну вы поняли, вот этих фильтров, если получится, надо будет купить больше и прокачаться себе. Прикольно, обожаю прокачку. Ждите, ждем. Уплотнение 652 переведена в режим диагностики. Поршень пресса отключен. Только для уполномоченного персонала. Теперь можно войти в камеру. Каким образом? Назад, наверное, да? Мы вроде... Да, вроде бы себе увеличили немножко. Мозги крушить. За монолит. Только если бы я еще понимал бы, в магазине патрушки какие здесь. Зона невесомости. Нажмите Alt. Нажал. Прикольно. Нажмите Alt. Ёб твою. Зависаешь, братень? Надеюсь, здесь сейчас монстров не будет. Мы открыли, да? Я так понимаю, нам сюда? Или куда нам? Так, погоди. Дай нам бы нажму. Задача вот сюда. Еб твою. Не туда нажал. Случайное место, да. Альта другую штуку нажал. Ага, я понял. Нажмите Shift, нажмите Shift. Нажал. И что? А, вот сюда, да? Alt, открыть. Разработчики, я как-то все понимаю, конечно, сильно много кнопок, надо поменьше. Надо понимать, что возможно в эту игру будут танкисты играть. А вы сами знаете, какие они. Им больше одной кнопки, это противопоказано. Нихера не вижу. Что-то вижу. Так, где тут выход? Ага, вот тут выход. Ёб твою. Ага, это не то.
что я хотел. Надо будет, наверное, вот это вот. Пусть все прокачивай, да? Сбой системы питания. Замените батарею, чтобы воспользоваться лифтом. И куда ее? Ага, понял. А что не так? Не, не туда суну. А, понял, не туда суну. Ладно, давайте туда совать. Давайте туда совать. Так, ага, ты со мной, да, решил? Не знаю, нужно ли нам было в ту дверку идти, которую я пытался засунуть батарею. Но надеюсь, что нет. Потому что реально будет обидно. Так, ты кто? О! Вот это вот фильтр, за который сможем прокачаться с вами. А здесь есть магазины? Блин, мне еще маленьких штук таких не хватало. Ты где? Ты ручку нямаешь, да? Ну нямай, нямай, зайчик. Ни в чем себе не отказывай. Тихо, тихо. А, е-е-е-е-е-е-е. Мне страшно, Айзек. Я не хочу умирать. Но это единственный выход. Ты не Николь. Николь умерла. Тебя здесь нет. Согласен, это все галеные. Сзади тебя кто-то есть, аккуратно. Это чавкает. Нам же сюда? Да. Напомните мне пистолет прокачать. Дэйн, солдаты Тейтмана меня нашли. Они летают со мной на каком-то штурмовике. Ты почти дошел, поспеши. Поспешишь, монстров насмешишь. Есть такое выражение. Что-то мы по кругу ходим, да, с вами? У меня такое чувство. Одни и те же локации, один и тот же самый лифт. Так, я так понимаю, это... Не зря тут поставили сохранялку из-за того, что дальше сейчас жизнь будет. Побежали. Окей. Ёб твою. Ага. Ага, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Ага. Ёб твою. Как ты сюда попал? Ага, через верх, да? Ну да, по-любому еще кто-то будет идти. Все, братиш, просто расслабься. Ну все, ну дайте дяде пройти, ну пожалуйста. Все, могу, да? Нажмите C, что-то там кого-то когда-то надо будет нажать.
Надеюсь, это выход. Ага. Это Тейдман! Он нашел тебя! В церковь, быстро! Дейна, церковь юнитологии? Но почему сюда? Это одно из немногих мест на станции Титан, куда у Тедмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дейна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек! Мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Да, давай попробуем. Давай попробуем. Так, наверху в церкви. А где у нас вверх в церкви? Так понимаю, мне надо сначала перебить их все, да? Ёб твою. Дай, пожалуйста, дай выход. Жесть. Все, ребят. Я ухожу. Когда-нибудь чувствовали, что вам предназначено быть частью чего-то? Да, по-любому. Вот сюда, да? Значит, тебе где табли чтения. Там хорошо. F. Угу. Центральная. Ага, мне отсюда выйти надо, да? И что? Что я должен сделать? Ну, в любом случае, не просто так же тут светятся эти штуки. Ладно. Чувствовали, что вам предназначено быть частью чего-то большего. Тогда обратитесь к юнитологии. Основанная 200 лет назад нашим спасителем Майклом Альтманом, юнитология исповедует, что однажды все человечество объединится благодаря силе священного артефакта. Мне сюда нужно зайти. Как мне это сделать? Ага, вот когда. Нет, ребят. Не делайте так. Не делайте так. А если я сделаю его так? Так. Закрыть. Все. Правильно? Неправильно? Бросьте все сомнения. Хорошо, нужно сюда, да, что-то вставить. А что вставить? Может, эту штуку нужно? Вот сюда. Да, правильно. Все, правильно. Все, отлично. Угу. Ладно, подождем.
Падла, бесишь меня. Ясненько. Вы когда-нибудь чувствовали, что вам предназначено быть частью чего-то? Да твою! Падла, бесишь меня, грёбаная дверь. Верка. Куда бежишь? От боли невозможно убегать вечно. Очень скоро ты начнешь умолять, чтобы все закончилось. По-любому так и будет. Так, ребят, все, сохраняемся. И на этом будем с вами заканчивать. Уже в следующей серии пойдем дальше. Попробуем выбраться отсюда. Нам же правильно в эту сторону нужно будет. Да, в эту. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.